Очередное пополнение в Люберецком филиале Мострансавто. В автопарк компании поступило 10 комфортабельных автобусов большого класса. В чем особенность нового транспорта и где он будет курсировать, узнал наш корреспондент. Для водителя тут все под рукой, так что все удобно, все находится в доступности, сиденья удобные, также климат-контроль в кабине тоже есть. Алексей Григорьев оценивает свое новое рабочее место. Водителю со стажем есть чем сравнить. У этих автобусов ряд преимуществ. Электронные маршрутоуказатели, камеры видеонаблюдения, система климат-контроля, USB-розетки. Комфортные условия во время поездки созданы для каждого. Все автобусы приспособлены для маломобильных пассажиров. Новинка данного автобуса, что предназначено имеется место для поводыря. Все камеры выведены на монитор в салоне водителя. Поэтому он может посмотреть и внутри салон, и снаружи. Комфортабельные автобусы будут курсировать по маршрутам 501, 1225, 1232 и 20. Ключи от новых транспортных средств водителям вручил глава Люберец Владимир Волков. Благодаря поддержке губернатора Андрея Юрьевича Воробьева эта программа реализуется. И на улицы нашего города выходят современные комфортабельные автобусы, безопасные. Мы в дальнейшем будем работать над тем, чтобы наш технический состав транспортный в городе обновлялся, поступала новая техника, и, конечно же, все это было во благо развития нашего городского округа. Всего люберецкий филиал Мострансавто получил в этом году 117 новых автобусов, 72 большого класса и 45 среднего. Таким образом, подвижной состав транспортной компании обновился на 37%. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.